Роснефть купит контрольный пакет «Башнефти» без торга за 329,5 миллиардов рублей. Правительство России уже одобрило сделку по приобретению госкомпании 50 с небольшим процентов акций, принадлежащих Росимуществу. Ожидается, что покупка состоится до 15 октября. Ранее глава Башкирии Рустем Хамитов заявил, что такие партнеры, как Роснефть, республику устраивают. 25% акций нефтяной компании региона оставят за собой. Отмечу, что сумма сделки в 329,5 миллиардов рублей намного выше, чем стоимость, назначенная госпакету «Башнефти» независимыми оценщиками. Она колебалась от 297 до 315 миллиардов. Напомню, на покупку акций за 250 миллиардов претендовала также компания «Лукойл». Но, как и предсказывали множество экспертов, осталось, что называется, неудел.